Наконец-то мой влог начался со слов. Ого, привет! Неужели я буду в влоге? Да, Луна сегодня у нас во влоге, и причем еще в разговорном моменте. Давайте поговорим, ребят. Мы
идем покупать мини-презент учителю и будем отдавать приглашение, чтобы данный учитель пришел на концерт, посмотрел на нас красивых и ушел. Так, а сейчас мы находимся в младшей школе для того, чтобы отснять момент для видео для учителей. Всем доброе утро. Мы с вами идем в школу. Я несу стенгазету. Маленькую, правда, стенгазету, потому что у меня не было большого листа бумаги, чтобы сделать большую стенгазету. Также я несу два пиджака своей подружане на завтрашний день. Завтра у нас день учителя, и мы, как 11-классники, будем проводить день самоуправления, то есть мы будем учителями. В нашем влоге появилась Виктория Александровна. Итак, Матрёна снова в деле. И мы сейчас с вами идем на генеральную репетицию просмотра номеров к Дню Учителя. Дню Учителя. Вот. После этого мы будем оформлять все для учителей к завтрашнему дню. А после оформления я пойду на танцы. Потому что завтра еще концерт «День пожилого человека», и я там выступаю. Да. Знаешь, в школе слишком много учеников. Я не думаю. Ясно. Так одновременно.
Давай. Давай, давай, это подожди, нормально. В нашей школе всегда удобный апартамент. Здравствуйте. Итак, сегодня день учителя. Мы должны выглядеть как учителя. Что-то похожее, да? Воспитанным, ходить в постоянном форме, чтобы быть идеальным учеником. Можно быть любой личностью, можно быть таким, можно быть таким, таким, таким. Но главное быть настоящим, хорошим человеком. И как Ирина Петровна. Не умеет отстаивать все равно свою точку зрения, потому что человек должен, ученик должен быть прежде всего креативным. Мы сейчас
ждем и потом уже поедем домой. А Настя остается здесь, потому что она здесь живет. Обожаю ночной город. Итак. А мы с вами идем на маникюр. Маникюр. Yes. И вас беру с собой. Потому что это неделя влогов. И эту всю неделю. Да, возможно, вы заметили во мне некоторые изменения. А я стала кареглазой.